В Твери стали известны самые популярные маршруты транспорта Верхневолжья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, наибольший пассажиропоток зафиксирован на маршруте номер 9, который следует из Юности в Мигалово. За июнь его пассажирами стали более 222 тысяч человек. Второй по популярности автобус номер 208, более 192 тысяч. На третьем месте 33-й маршрут с пассажиропотоком в 188 тысяч человек. Замыкает пятерку автобусы под номерами 21 и 30, которые перевезли за июнь примерно по 180 тысяч человек. Напомним, новая модель пассажирских перевозок действует в Твери и Калининском районе с марта. Сейчас работают 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 единиц подвижного состава. Это новые низкопольные автобусы экологического стандарта Евро-5, оснащенные навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля.